На освобожденных территориях Азербайджана завершена полевая инвентаризация свыше 14 600 объектов недвижимости. Проведены пахотные работы на более чем 14 тысячах гектарах. Об этом было заявлено в ходе заседания рабочей группы по экономическим вопросам межведомственного центра при координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. В ходе заседания было отмечено, что на освобожденных территориях проведена предварительная оценка 11 инвестиционных проектов в сфере гостиничного хозяйства и организации туристической деятельности. Туристический потенциал также был оценен в поселке Гадруты в Кельбаджарском районе. Все данные первичной инвентаризации, проведенные на освобожденных территориях, были внесены в цифровую геоинформационную систему Карабаха. К ней уже подключились 20 государственных органов и организаций.